Проснись. Проснись, мой друг. Начинается новый день, а у тебя еще есть работа. Я буду учить тебя тому, что ты обязан знать. Всегда помни, я не только твой наставник. Думай обо мне как о человеке, которому ты можешь доверять больше всего. Навыки, которые ты приобретешь сегодня, будут не только полезными, но и жизненно необходимыми для выполнения твоих будущих заданий. Ты – результат тщательного отбора. Ты очень важен для меня. Ты быстро учишься, мой друг, но я в этом и не сомневался. Отлично. Пора продолжать, мой друг. Очень хорошо. Иди в следующую комнату. Благодаря этим упражнениям мы разовьем твою ловкость и силу. Ты будешь подниматься по стенам и лестницам, прыгать через препятствия. Видишь, ты хорошо справляешься, мой друг. Давай перейдем к следующему заданию. Хорошо. Отлично. У тебя хорошо получается. Иди к лифту, и мы продолжим занятие. Хороший ученик, лучший из всех. Замечательно. Нож – прекрасный выбор для ближнего боя. Легкий и бесшумный. Теперь попробуй напасть на предполагаемую жертву. А, струна. Выбор настоящего профи. Думаю, пора кое-кого приструнить. Попробуй ее в деле вон на том манекене. Неплохо. Ты скоро в этом разберешься. Ну что, приступим? Не забывай рикошет. Хорошо. Прекрасный полуавтоматический пистолет калибра 9 мм. Эта модель широко используется военными и стражами порядка. В обойме 15 патронов. Заряди его. Ты прекрасный боец. Твоя реакция безупречна. И можно сказать, я восхищен. Хотя нужно отметить, что я с самого начала возлагал на тебя большие надежды. Теперь твое задание усложнится. Thank you.
сравнению со сложностью и совершенством это качественное помповое ружье с дальностью эффективного огня до 50. Ты выбрал классическое оружие, которое вот уже десятки лет пользуется популярностью среди военных всего мира. Тактическая винтовка R-93 может использоваться в различных целях благодаря высокой точности стрельбы. Хорошая скорость и простота в обращении в этом случае играют очень важную роль.